Так, значит, создаю себе памятку, как я настроил OBS под свою систему, под свой компьютер. OBS Open Broadcast Studio, по-моему, так это расшифровывается. Сегодня 7 января 2018 года, версия 20.1.3. Это, насколько я знаю, последняя на данный момент версия. Проблемы у меня были какие? Очень крайне тихий микрофон. Совершенно ничего не было слышно. Как я с этой проблемой справился? Записывающее устройство. Поставил микрофон уровня на 20. Дальше начал играться с фильтрами. Микрофон AUX, фильтры. И вот здесь эти фильтры. Усиление. Первый раз усилил на 30 дБ микрофон. Это край шкалы, поэтому пришлось добавить еще одни на 10 дБ усиление. Как это делается? Подавление минус 5 себе поставил, но почему-то снижает шипение, но добавляет дребезжание. В общем, пятерочку поставил. Как добавлять сюда эти фильтры? Нажимаем плюсик, нажимаем усиление. Переименовываем, чтобы было другое, там какую-то зяброчку поставили. И теперь уже мы можем играться, делать громче, делать тише. И таким образом отставить. Это надо было удалить. Удалить. Да, удаляем. Да, дальше мне еще понадобится усиление звука, но если здесь увеличивать децибел, будет уже очень сильное дребезжание, поэтому я потом воспользовался еще программой AVDMux, ну, в принципе, может этого и не понадобится, но это в отдельное видео. Здесь я еще то видео, которое я в YouTube выложу, получится плюс десяточку децибел я еще в этой программе накину, но это будет отдельная шпаргалочка. Так, а видео теперь настройки, которые есть, это такие для моей системы. Здесь не менял ничего, насколько я помню. Вещание тоже ничего не менял. Здесь поменял на MPEG-4. Поменял на MPEG-4. И, по-моему, все. Аудио не трогал. Здесь отключил аэро, значение поставил 15 fps и разрешение выходное и базовое 1280 на 720, что одно, что второе. Вот когда запись не будет идти, здесь все можно будет регулировать, пока нет. Расширенные настройки тоже, по-моему, ничего не менял. Ну, в общем, вот таким вот образом работает хотя бы какой-то приемлемый звук, без дребезжания, но и не абсолютно тихий. И еще раз говорю, что в этой программке я накинул еще 10 дБ. Пока так.